памятник чижу. Не ловил. И вот. И вот такая происходит. Плечо уронил. Водоплавающий товарищ. А все, охота за монетками. Какие монетки? Их не ловил. Вот да, такие дела. Вот, вызвали МЧС. Народ начинает потихоньку расходиться, Андрей! Чтобы вытащить товарища. Андрей! Вот в чем вся история. Приехал МЧС. Давай. Тяни, Олег. Можешь? Куда тянуть-то? Давай, ногами пошевели. Смотри, колено поставлю. Вода течет. Бомжа сейчас вытаскивает МЧС по лестнице прямо при мне. Представляешь? Да. Вылезти не смог, вот сейчас его вытащили. Вытащили МЧС. По лестнице. За нашим. Конечно. По-моему, он его стырил, попробую забрать. Бомжи, они разные. Вот, в общем, здесь карабкался. Бомж у чижика-пыжика. Вытащенный МЧС. Такие дела. А вот вся эта история из-за этой монетки. Ну, вернее, из руандовской монетки, которую мы все-таки добыли с помощью монетка-то магнита. Монетка-то без истории добылась. Да, монетка добылась без истории. А вот магнит уже, который добыл эту монетку, канул в лету в кармане вот того самого бомжа, который там ради него плавал. Может, это ему шанс. По жизни. Может быть, это ему шанс что-то изменить. Вот такая она.